дорогие подписчики! Продолжаем работать с Василисой. Сегодня мы будем работать над звуком в словах. Сейчас вы посмотрите фрагмент занятия. Хорошо. А теперь давай, ну-ка, назовем слоги. Сё, се, сю, си, ся. Как произносится? Мягко? Мягко. А ну-ка теперь произнесем. Са, со, су, сы. Как мы здесь произнесли? Твердо скажи. Твердо. Еще раз. Твердо произнесли мы с тобой. Молодец. Хорошо. Ну, а теперь давай немножко слов произнесем с тобой еще. Я тебе дам сейчас шарик. Ты будешь катать шарик и будем произносить. На, моя хорошая. Давай. Давай, произнесем. Лисята. Давай. Лисята. Давай еще. Ли. Улыбайся. Лисята. Еще раз. Лисята. Висят. 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 А теперь десяток. 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 Хорошо. А теперь Ася. 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 Вот так прям сильно. Ся. Вот так. Вася. 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 А теперь Люся. 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 А теперь Муся. 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 Хорошо, молодец. Давай теперь мне шарик. Умница. Хорошо. Ну вот, вы посмотрели фрагмент занятия. С Василисой мы сегодня учились произносить звук «с». Мы взяли произношение слов «шарика», то есть Василиса училась непроизвольно произносить слова «лисята», «гусята», «висят», «десяток», ну и другие. Но вот такая работа у нас сегодня была по мягкому звуку «с». Ну, на этом, пожалуй, закончу занятие. До свидания. До новых встреч.